Будем как боги. Автор Олег Рой. Недалекое будущее. В больницу Ричмонда, штата Вирджиния, привозят мужчину без сознания после аварии. Травмы не критичные, но он по какой-то причине не приходит в себя. Жаль, в тот момент врачи не знали, что они на самом деле привезли в больничные стены. Как не знали и того, что жить им осталось меньше недели. Иногда человек пытается играть в Бога, но даже не осознает, какой может быть истинная цена этих игр. Порой желание стать выше простых смертных приводит к необратимым последствиям. Этот раз не стал исключением. Успешный и богатый Гарри Фишер мечтал о большем. Он хотел стать богом, и у него получилось. Но последствия оказались фатальными. Человечество погибает от атаки опасного вируса, мир разваливается на части, целые государства исчезают с лица земли. А виной всему – чьи-то амбиции и нездоровая тяга к бессмертию. Вот только стоит ли миллиардов смертей вечная жизнь одного? Понять это каждый должен сам. И Гарри Фишер, кажется, уже нашел ответ. Ссылки на эту книгу вы найдете в описании к видео.